шансу навыка оглушения. Так, шансу навыка кровотечения. Кстати, вот прикольная штука. Some may fall, but their knowledge lives on. Так. Здесь есть, и вот здесь есть. В бухту я, кстати, ни разу не ходил. Зараженный труп, 3 штуки. Стресса многовато, конечно, но стресс я могу снять. Проблема. Ты еще живой? Ну, все как бы живые. Кто там в пати хочет? У меня на самом деле смертность, она довольно маленькая. То есть вот за 29 недель у меня всего 4 трупа на кладбище. Причем почти всех по факту убивали чуть ли не ваншотами. Вот единственный человек, который погиб на боссе. Завалило просто осколками. По деятельности, что это такое? Тут высокий у всех стресс, блин. Чувство вины. Ненависть к мистике. Ну, кстати, там мистика идет. Ну, можно и можно тем же самым отрядом, мне кажется, сходить. Только без алкоголизма. Скоро будет больше трупов. Нужно больше трупов у Бадхёрта. А кем хочешь быть? Сейчас я скажу, кто у меня в пати есть. То туда пойдет пати из вот этих ребят. В принципе, кроме Круза, все остальные свободны. Руин. Стоп, так это они по руинам, кстати, все идут. Не, на зверям есть. С тузиком? Ну, хорошо. Хочу быть разбойником. С каким разбойником? У меня разбойника нету. Или клоуном. Знаешь, будешь шутом. Угу. Господи. 2, 8, 1, 9, 9, 3, 5, 5, 5. Ну, как бы остался только Барбариан, причем вроде как неплохой. Хорошо зайдет в чаще. Зачем тебе столько выродков? А я не знаю, зачем мне выродки, я как бы их не использую, по сути. Кого-то другого брать за место них. Пускай остаются, чё. Хочу быть выродком. Орлеан, ну давай, хорошо, сделаем тебя выродком. Я просто не знаю, как их юзать, честно говоря. Какие-то они не очень. Я в поте.
Угу. Варвар, окей. Барбарин свободен последний. Да нормальное. У меня вообще все заняты. А у меня вот остался, кстати, только наемник, выродок. Чем мой доктор, кстати, один остался. Что-то выродок. Господи, у меня все забито, реально уже. Осталось всего три слота. Это чумной доктор. Наемник и... выродок, все. Остальное все забито уже. Остальными зрителяшками. Так, ну что у нас? Средний данж. Хорошо. В смысле, у меня все в порядке, они по классам сортированы. Средний, да, наш, значит. Так. Четыре лопаты на могилы. Три антивенома, три перевязки, два ключа. В принципе, все. Святая вода можно взять. Может, там пирки халявные получить. Хавчика много. А мне хиляться-то нечем. Хиляться-то мне нечем. Так. Они что делать с собакином? Рун. 2-3. Много урона с него не выжать. Стресса, кстати, а почему бы... Почему не так сделать? 4-8. Чё за фигня? Чё? А чё с уроном?
Не понял. Пса возьми хил. За место чего хил-то брать? Какую игрушку буду стримить после этой? Так, какую игрушку? Не знаю, надо вот подумать. Не так много игр. Там еще не стримил ты из игр-то такого. Надо глянуть. Я не знаю. Че, глянем. Ты предлагаешь Disciples первый? Ну, кстати, почему бы и нет? Я думаю, было бы прикольно. Так. Хиллера, говорите, взять. Какого хиллера мне брать? Этого, что ли? У меня слотов все равно нету, блин. Чтобы брать какого-то хиллера. Ладно, давайте возьмем... Фиг с ним. Давайте возьмем его. Так что ли идти? Предлагаете? Дать совет. Вот ее пока не видели ни у кого на стриме. В смысле, кого? Игры, что ли? Фу, скажи, я ж не против. А, тревожный камень. Ну, давайте сходим. Я не думаю, что меня здесь убьют. Это вообще маловероятно. Что не так с... Каким образом нафиг? Почему урон 4-8? Что вообще происходит? Ладно, погнали. Игра такая. А, это что ли? Для начала мне ее купить надо, чтобы ее стримить. Сколько она там стоит? $420. Прикольно. Как будут деньги, куплю и, наверное, постримлю. Вроде норм, что-то все стороны обходят. Ну, не знаю. Ключ брать, не брать.
Ладно, ключей много не бывает. Я вообще не понимаю, почему одного мастера ключа не хватает? Что не так с этими ключами? Господи. Стресса полные штаны просто. В смысле, перепса? Ну, мне предложили, я взял. Без собаки жизнь и жизнь. Ну, возможно. Нужно, блин, больше стресса. Нафиг издеваетесь, да? Ну, клиптобан, чёрт, зачем ты полез в сундук? Surges as the enemy crumbles. Отрезать руки криптоману? Да я бы с удовольствием, блин. Без рук он будет вообще бесполезен. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Да заколебал. Advantage. Give them no quarter. Ты серьезно, да, понялся? The slow death, unforeseen, unforgiving. Желешки. Да, проходил в свое время. Continue the onslaught. Destroy them. А вроде даже вон есть на ютубе. А может и нет. Не помню. Formation is broken. Maintain the offensive. Ну серьезно, на одном хп. Я бы заюзал. As victories mount, so too will resistance. Как она тебе? Почему не постримить? Ну, довольно забавная игрушка на самом деле.
Ну, шут. Вторым. Шикарно. Да ладно, еще и врасплох застали, ну. Нифигел ли ты, а? Unnerved, unbalanced. Крита мне не хватало в лицо. И кровотечение. Нет? Нормально. This expedition at least promises success. Да чтоб тебя! Ты зачем все сундуки вскрываешь? Ну, игрушка забавная, да. Можно в нее переиграть, там к тому же какое-то, по-моему, обновление то ли вышло, то ли что-то в этом роде. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. Нет, ну я не против. Кстати, стресс можно поснимать. Можно неплохо так поснимать. И все, и все. Сидим, снимаем стресс. Отлично. Не на домашний меня так, чтобы я себе убил. Удачно меня напали. А, ну с оккультистом, блин, стресс намного не поснимаешь. Он же атакует этих ребят. Мало, конечно, но атакует. Thank you.
Понимаешь, главное, чтобы культист меня не захилил до смерти. Это самая главная проблема культиста. Он как насчет на меня кровотечение накладывать. Тут-то я и отъеду. Да, не спорю. А, ну кстати, да. Барбарин же снимает кровотечение. Оп, и сняли. Стресс. Еще, кстати, факела зажгли, неплохо так. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Подскажи норму сборку, в смысле, героев, что ли? Ой, чё делаю? Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Можно использовать время боя. Просто во время... О, место здания. Просто во время этого, во время... Во время засады после привала, по-моему, нельзя. Отходчивость. Прикольно. Ну, коллекционер неприятный чувак. Чё? Разведка. Бой с диковинком. Хорошо. Кокосик, привет. Ну, сказать хороший билд, блин, честно говоря, нельзя сказать. Во время засады, да, нельзя. Очки карта. Пойдем на битву, потом возвращаемся назад. Сам, в принципе, делать нечего. Уклонились. Ну, блин, на единице хп, вы серьезно, да? Сейчас ловлю 40 стресса в лицо просто. 30. 30 стресс. Ты не прикинул, так и надо делать. Нельзя собрать одну пати на все луки. Это не получится просто.
Ах, она себя сняла. А, понял. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Столько раз про него слышал, ни разу не видел. Знаешь, тебе повезло. Я когда только-только начал играть, после долгого перерыва, скажем так, после патчей и всего и так далее, он мне попался два раза подряд. И у меня два раза подряд он убивал как минимум одного человека. Это такая жизнь была. Квесты, получается, в том углу? Или как? А, вот он вообще. Продолжить что? Смысл-то? Так, стоп. Давайте-ка пройдем, потом потушим факел. Гулять в другую сторону. О, везучик. Ну, знаете, даже одного из пати неприятно потерять было. Не, не смертельно, конечно, но неприятно. Well struck. Ты серьезно, да? Какого? Чёрта! Devastating blow. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Скиллы, в принципе, уже не нужны. Неплохо. Ну, крестовость хорошо раздает, он всегда хорошо раздавал. Фу, вы серьезно? Просто все уклонились. И сейчас криты полетят. Вот за что я люблю собак, за их долбанные криты. На 5 раундов, что? Я себе. Вот это божественный хил просто. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten.
мне уже не нужны. Кстати, неплохо это денег сюда унес. Ах, а я воду выкинул. Блин. Ну ладно. Ну, неплохой заход. Хрупкость. Лечить надо, чё? I was lord of this place before the crows and rats made it their domain. Вы серьезно? Зачем мне столько выродков? Ой, блин, игра. Так, давайте посмотрим, что мы можем вылечить у них. Да, ты хрупкий. Компания. Странные вкусы. Страх людей. Монет всего лишь. Опс. Случайно купил, ну ладно. Лещие навыки. Зачем мне лещие навыки у Круза? Господи. Извращуги, а? Крестоносец. Я бы на пушку сходил. Тебя вообще психушки заперли. Ну, бывает в жизни неудача. Солнечная корона. Мне еще эти бумажки нужны. На самом-то деле. Найти мне некем. Все по психушкам сидят. Давайте соберем странную платье. Ну,
уровень, в принципе, можно пойти и... И без хила. Вот танк не нужен. Как раз лепра есть один. Почему не в бухту? Потому что бухта второго левела. Тебя взять? Где ты там? Чуть я не вижу. Ты взял что ли уже? А, тут ты. Тебе то, что на песика выгулить. Потом будешь его выгуливать. Пока еще... Не надо. Ну, в принципе, можно, можно этой пати пойти. Я не думаю, что там развалюсь от такого-то, что минуты. Вообще, зачем сюда полез? Так, лепра. Меткость. Скорость. А, урон плюс 20. Блин, как-то отстойно получается. И скорость минус 3. Так, сделаем вот так. Саппорт. Что можно так сделать? Главное, чтобы он не отъехал. Стоя там. Он может это сделать.
Какой курсор, ты о чем? Так. Это ж средняя лока. Куда я собрался, интересно, такой пати? В среднюю локу? А у меня лицо не трясет от этого? Из хилата. Давайте лучше на короткую сходим. Святая вода нужна? Нет. Да нет, все хорошо. They breed quickly down there in the dark. But perhaps we can slay them even faster. Ладно, я ночью пробегу лучше здесь. О, господи, опять этот наркоман. Is broken. Maintain the offensive. Неплохо. Continually onslaught. Destroy them all. Да! Ладно, хоть не заразил. Crush this advantage. Give them no quarter. А то он могёт. А, святая вода вот для этой фигни нужна, по-моему. Цель-то какая, кстати, даже цель не смотрел. The ground quakes. Почему бы и нет? Я ж ничего не теряю. Скорость 9. Что-то маловероятно, что я его обгоню по скорости. Я не помню, что эта штука дает. По-моему, она дает либо баф, либо дебаф. Confidence surges as the enemy crumbles. Success so clearly in view.
Or is it merely a trick of the light? Вот не помню. Да, по-моему, не Баффет. По-моему, ты путаешь. Это с другой штукой. Это жертвенный камень. Тут, по-моему, нужны дрова, насколько я помню. Нужны были дрова. In radiance, may we find victory. Ты уже опоздал. Я уже заюзал. Да ладно, лепра. Мастеру ворота. Один ход. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Это человек? В каком месте это человек? Momentum. Push on to the task's end. Мне еще еда, в принципе, осталась. Но я даже не знаю. Тяни, иди дальше. Либо возвращаться назад. Ambushed by foul invention. Наверное, назад пойду все-таки. Потушу факел и буду все забирать. And now the darkness holds dominion. Black as death. Опа. Ты ж гребаный!
wise general cuts losses. Думах. Нет, нафиг. Что-то он вызвал там суровых ребят на самом деле. Даже не попытался? А чё я буду пытаться с этими артефактами? Я только артефакты солью. Вот делать тебе больше нефиг. Such a terrible assault cannot be left unanswered. A singular strike. Понимаете, проблема не в двадцатке урона. Проблема там немного в другом, что потом бы он меня просто ваншотнул. Что-то я чувствую, что меня сейчас не коллектор убьет, а... Да, паранойя. На Яндекс Трейл подарок. Спасибо тебе. Гляну обязательно. Я надеюсь, что ты подписался, да? Я как бы, чтобы потом написать, кто мне что дарил. Не, ну нормально. Ща псарь затащит. Крит. Вот так-то, блин. Из вас есть, я съем. A decisive pummeling. Если сейчас еще один крит вылетит, я бы съел. Into the mud. Пати без хила. Ну блин, такое пати. Ладно, все, надо сюда сваливать. Experiments should have never happened. You are doing just work ending them. Черная чума, лол!
Ты где ее подцепил-то, а? I was lord of this place before the crows and rats made it their domain. Ну, я хотя бы живой вернулся. Надо хотя бы этому порадоваться. Так, кто там психоз? Иди, параноик, медитируй. Черная чума, господи. Только играть. Эй! Смотритель, ты... All manner of diversion and dalliance await those who cross the threshold with coin in hand. Первая битва, кстати. А вот это прикольно. Да, не знаю, кем я-то пойду. Кто-то лоу-левела есть, нет? Ведьма. Я сейчас кого-то там оставлю. Инфа 100%. Слепую есть. Угу. Давайте попробуем. Стоп, а как я без хила? Как я без хила там буду? В идеале то нужен бард для первой позиции. Потому что эти ребята, они не могут долбать ведьму. Хотя... Если поставить его через воздаяние... Может ее убить.
тоже можно взять. Подождать пока. Ведьма — это ведь человек, да? Насколько я помню. Вылечить бы ее. Сходим тогда. Он уже пятого будет. Убийца людей. Тогда берем лепу. Вот ее бы докачать. На самом деле, она была бы идеальным воинам для переднего плана туда. С собой брать нельзя. Пойдем. Собака, собака, где-то собака. Понятно. Базовая метка 105, 144. Поехали. Такое странное ощущение, что мне вряд ли дадут так покачаться, как я хочу. Так, отлично. Так, личные навыки.
Так, ну хорошо. Сейчас надо посмотреть, сколько я расходую по деньгам. Если мне останется. А так у меня в любом случае остается. Полторы тысячи у меня остается, хорошо. А, нет, 1200 у меня остается. Мне хотя бы на апгрейд хватит. Хватает. Да хорошо. Мысли на закуп. Это минимальный закуп. I knew all these paths once. Now they're as twisted as my own ambitions. Press this advantage. Give them no quarter. А и застанил, давай. Бах! Нет, не стал. Is broken. Maintain the offensive. Зачем ты в могилу полез? Грац. Просто удаляй попытку. Nature herself, a victim to the spreading corruption. Ты во вторую полез! Это уже рестарт.
денег нету, чтобы их всех запереть. Я бы с удовольствием. Жрут как паровозы. Пол пайка сожрали. Я даже половину карты не прошел. Что за игра? Так нас даже. Психоза и кораблей 4 человек. Ну, если вкратце, то да. Довольно странно оглушать грибы. Я так подумал. Суть головы-то нет. Thank you.
Finality clarified in a single strike. Было неприятно. As the enemy crumbles. Надо привал делать. Что? Да господи! Короче, привал делать. Карты прошел. Ты все-таки вырубился. Прямо за компом с твоим стримом. Ну, бывает. Мне многие говорят, что на моих стримах могут отключиться. Так, ну я думаю... О, прикольно. Сейчас я пройду сюда, тут заночую, в той комнате. Как раз у меня факелы остаются, чтобы допройти. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. 6 мелочи, шея теперь болит. Ну, блин, ты мочишь, конечно. The light. The promise of safety. Ну неплохо, не... Только не копайся! Все могилы скопал, вообще все, которые увидел. Вот наркоман, а! Давай, еще бешенство подхвати, я буду вообще в шоке. Бешенство лепра подхватил. Ну, лепре бешенство еще пойдет. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Thank you.
Господи, ты достал! Хорошая подвесочка. Прям под самый конец. В Steam? Не понял. А, в смысле в профиле это что ли? О, да. Это ГРС. Death waits for the slightest lapse in concentration. Живи! Нет! Нет, живи! Terrible vistas of emptiness reveal themselves. Вот ты! Вот ты! Мать твою! Я не хочу играть. Я не хочу играть. Все, хватит с меня. Какого там она левела-то была? Четвертого? О, да, 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 сейчас еще и этого сольют. Грибы вставляют не по-детски, не то что не по-детски, они просто вставили, так вставили, что у меня что-то треснуло. Стук-то критов. Лицо.
trifling victory, but a victory nonetheless. Короче, все, сваливать отсюда надо из этого подземелья. Этого не стоит. Every cleared path and charted route reduces the isolation of our troubled estate. Она какого на левела была? All my life, I could feel an insistent gnawing in the back of my mind. It was a yearning, a thirst for discovery that could be neither numbed nor sated. Пишется, оставляем. Сифилис. Господи. Лечить. Сталка третьего уровня. Ну, ладно. Я успокоился. Это хотя бы не та висталка, которая моя топовая. Ну, по крайней мере, для меня топовая. Где она? Вот. Вот если бы это умерла, я просто взял и удалил игру. Колбаса, извини, но... Ты умер. Я столько бабла на нее слил. Однажды все топовые пати отъедут. Я уж понял. Ладно, наверное, давайте перекур сделаем. Просто не знаю, что делать. Уже такой пожар. Дайте, наверное, перекур. Я схожу, покушаю. Часика 2. Может быть, 3. Хотя давайте не 2-3, давайте в часиков 7-8 по Москве. Я думаю, продолжим. Мне надо отстыть, просто, блин, это даже не босс был, понимаете, это даже не босс был, я просто два раза подряд кританул и добили скиллом на ничку урона. Знаете что, у меня примерно такая ситуация была вот тут была, короче, когда просто ткач кританул на 25 урона в нее. Просто бах! И нет у меня персонажа. 25 урона и на следующий ход ее я там добила. Ай, блин. Все смерти бредовые. Черт за чё. Ладно. Давайте пока перерыв. Делаем примерно часов 7-8 по МСК продолжим.
На этом все. Всем спасибо, кто со мной был. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Воды, я думаю, выложу на YouTube, как всегда. Ссылочка под описанием стрима. Еще раз всем спасибо, кто меня сегодня поддержал. И увидимся примерно... Ладно, не горячись, я все, я расслабился. Все хорошо. Увидимся, опять же. Напоминаю, в... В 7-8 по МСК. А пока. Всем удачи.